Оксану Чистова, правильно ударение? Компания Bell Corporation. Bell. Коллеги, хотела бы всех поприветствовать. Прежде всего, выразить Михаилу огромное спасибо за приглашение. К сожалению, не смогла с самого начала мероприятия поприсутствовать, но вот тот час, который я успела вот буквально перед моим выступлением, получила искреннее удовольствие всего того, что тема актуальна, и очень приятно послушать выступление по вопросам мотивации не только от HR, как мы привыкли в своем кулуаре, но и от людей с производства, в частности, вот от менеджеров по эффективному производству. Буквально пару слов обо мне, что я себя представляю. Можно переключить на следующее? В HR я более 13 лет, в основном в крупных международных компаниях. Можно следующий слайд? Спасибо. Так, сейчас. Не переключается? Да. Ага. Значит, на данный момент являюсь менеджером по персоналу завода Bell Corporation, который находится в Московской области, в Нарофоминске. И, в общем-то, в следующем году уже будет 10 лет, как там работаю. Меня очень порадовало, что во многих компаниях есть лин-менеджеры, то есть менеджеры по бережливому производству как отдельная выделенная единица, в силу того, что у нас, несмотря на то, что это западная международная крупная компания, этим очень долгое время занимался HR, и что было не так просто. И основная шутка была, что людьми...